Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я расскажу вам о микроволновой печи Artel модели MWM0120. Распакуем нашу печь и посмотрим, что же там внутри. А внутри мы найдем много интересного. Тарелку, ролики, инструкцию, конечно же, саму микроволновую печь и приятную неожиданность – книга рецептов. Эта модель имеет довольно привлекательный внешний вид, адекватную стоимость и самые обычные функции. Эта модель рассчитана быстро разогреть пищу или разморозить замороженный продукт, поэтому она и считается самой простой и доступной. Наша микроволновка имеет белый корпус, так часто встречающийся у кухонной бытовой техники, и значит впишется в интерьер практически любой кухни. Да и места она много не займет. Размеры ее – высоту 25,6 см, в длину 43,8 см, в ширину 36 см. При весе всего 9,5 кг. Дизайн, что называется, без излишеств. Все очень просто и функционально. Управление у этой модели максимально простое. Два механических поворотных переключателя. Один задает время, другой – мощность. Максимальное время таймера – 35 минут. Этого достаточно, чтобы разогреть совершенно любое блюдо. Есть 5 уровней мощности. Они помогут подобрать оптимальную температуру для кулинарных шедевров. Максимальная мощность составляет 700 Вт. Внутренний объем микроволновки – 20 литров. Что касается обслуживания, если возникнет неисправность, сразу обратитесь в сервисный центр Artel по номеру телефона 148-88-88. Кстати, Artel имеет целых 33 сервисных центра по всему Узбекистану. Ну, на этом все, а в следующих выпусках я расскажу о других видах бытовой техники Artel. До новых встреч! Пока!